это безумное волнение. Это невероятный выброс адреналина. Ежевечерний. Даже если ты играешь 501 раз один тот же спектакль, вот этот первый шаг из темноты кулис, как пел Пугачева, да, вот в свет рампы, это не потому, что ты не знаешь, что тебя ждет там. Ты не знаешь, как тебя будет воспринимать зритель. Потому что каждый вечер зритель абсолютно разный. Где-то ты выходишь, и тебя уже встречают аплодисментами. Вроде бы, казалось бы, просто вышел. А где-то ты полспектакля пытаешься побороть эту стену, чтобы наконец-то зрители ты вовлек. Они начали за тобой следить. Они поверили тебе, они поверили в ту историю, которую ты доносишь до них. Поэтому здесь, вот я говорю, это каждый вечер адреналин. Но в этом плане мы наркоманы. Мы больные люди, потому что без данного адреналина мы уже не видим свою жизнь. Мы не видим своей жизни без театра, мы не видим свою жизнь без ежевечерних аплодисментов. Это ради того, ради чего живет, мне кажется, каждый артист. Каждый вечер, выходя на сцену, я думаю, получится, не получится. И вот сегодня вечером, и завтра, и послезавтра я знаю, что я буду выходить. Вы не представляете, что творится перед Амадеусом, когда ты приходишь сюда в 2 часа дня, спектакль в 6. И ты находишься на этой сцене 4 часа до спектакля. Только с одной мыслью. Смогу ли? Донесу ли? Осилю ли? Вот. И так происходит каждый спектакль, несмотря на то, что там уже сыграно огромное количество. Поэтому нет, здесь каждый день вот такие вот весы. Как говорят, да, либо план, либо пропал. Все. Ты выходишь и работаешь по полному. Чем все закончится, не знает никто.